Камеры видеонаблюдения установят на территории карьеров, расположенных вблизи села Щетпе, чтобы контролировать строительные объекты и фиксировать нарушения экологического законодательства. Об этом сообщил вице-министр экологии и природных ресурсов Мансур Ушурбаев, посетивший регион с рабочей поездкой. В окрестностях Щетпе насчитывается 29 карьеров. Из них 8 работают. Периодически там проводят взрывные работы. От шума и пыли вот уже 20 лет страдают тысячи сельчан. По словам вице-министра, ранее деятельность 4 карьеров приостановили, а 9 недропользователей оштрафовали. У 5 частных компаний отозваны лицензии. Чтобы сбивать пыль, местные жители предложили бурить скважины и поливать улицы артезианской водой. Сегодня уже через некоторое время выходит мнение, что этого сделать нельзя, потому что это артезианская вода. Ввиду того, что поселок имеет дефицит по воде, то предприятия берут артезианскую воду для использования в технологическом процессе, что тоже не совсем правильно. Поэтому необходимо провести научную работу, научное обоснование.